встречались еще в конце прошлого года, и было решено попробовать. Вот как он говорит. Дело в том, что у меня есть такое убеждение, и не только, основанное на весомых таких, что ли, соображениях, что и джаз, и авторские песни, и русский салонный романс, это вот все то, чем я занимаюсь, и мои друзья тоже, что это все не просто близкие жанры, они так органично один в другой перетекают. И вот мы будем показывать это вам. И сами будем в этом еще раз, лишний раз убеждаться. Ну, давайте, пустите. У нас большая программа. Если будет скучно, будем сокращать. Простите, но рассчитываем на то, что не будет скучно. One, two, three. Thank you.
мы играем такой, условно говоря, традиционный джаз, он называется вообще-то, для него есть специальный термин, evergreen, вечно зеленая музыка. Ну, это, например, вот такие вот песенки, которые превращались в джаз, где-то начиная с 20-х годов и вот, может быть, по 70-е, и мы вот придерживаемся вот этого музыкального стиля. Я хочу представить вам моих друзей. Вот кларнетист и саксофонист Игорь Тертычный – это мой старинный друг, с которым мы вообще играли уже много десятков лет и объездили всю Европу по джаз-фестивалям. Прошу его поприветствовать. Евгений Иванович Онищенко, профессор. Блестящий музыкант, педагог, автор многих музыкальных книжек по контрабасу. И даже вот одна из его последних книг касается, это вот, условно говоря, джазовый смычок, смычок в джазе. Смычок контрабаса в джазе. Ну, не знаю, как точно. Женя, может, потом нам расскажет. А где смычок? Да. Женя переиграл со многими звездами российскими. И вот, теперь он сегодня здесь у нас, везде в Украине. А сейчас я вот приглашаю певицу, с которой мы общаемся вот только лишь последние 3 года. Это молодая вокалистка, которая приехала из Новосибирска учиться оперной режиссуре в ГИТИСе. И она, в общем, джаз знает очень основательно. И за вот эти 3 года, что мы знакомы, а познакомились мы с ней романтически в горах Алтая на высоте 2000 метров на фестивале на горе Актрут. Там регулярные фестивали происходят. В общем, она поет и джаз, она пела и барокко с Теодором Курензисом. И чего только. Вот с нами она же участвовала в баяновских проектах. И в джаз-клубе «Эссе» последние вот 2 года мы сделали несколько таких сложных довольно-таки программ памяти Дэйва Бробака и Кармен Макрей. Короче, приглашаем Викторию Чекалову. Добрый вечер. Мне очень приятно здесь сегодня быть по приглашению Виктора Наумовича. Я внесу небольшую поправку. Я заядлая эстрадница, к оперной режиссуре отношения не имею. Сугубо эстрадный жанр меня интересует. Вот. И продолжим мы джазовым стандартом, замечательным, который называется «Night and Day». To me or far.
Третья пьеса, легендарная баллада, которая была написана в 1935 году ушедшего века, называется она «Гудбай». Это необычайно такое пронзительное сочинение, и его, знаете, исполняют довольно часто в память об ушедших. Нам, в общем-то, есть кого вспомнить, но я надеюсь, что вы просто насладитесь хорошей, красивой музыкой. Послушайте, «Гудбай». I'll never forget.
said we'd never say goodbye.